Да. Гал, це твоя калаха? Гал, твоя? Да, да. Не, вот цей дырявый. Давай руку мені на плече закинь. Яку ти праву тобі краще? Все, добре. Змій, дай маленьку радіостанцію мені. Там патронів нема розряджено. Гал, забери зараз у Змія радіостанцію, ми поки пішли. Ты откуда сам? Скажи, пожалуйста, с вами есть здесь такая полиция? Московская область. Ты что, мы тыщи? Что это за хуйня? Город. А где область какая? Московская. Жена, дети есть? Четверо детей. А самый младший, самый старший? Самый старший дочери 12, а самому младшему 2 месяца. А как с четырьмя детьми забрали тебя воевать? Я уже рассказывал. А, контрактник, о, бля. Я не контрактник. Я хуй его знает, как это называется. Мне нужно. Я в армии вообще не служил. Мне 33 года. У меня не было военника. Я работал в строительном магазине. Я хотел устроиться водителем работать. Они мне сказали, нужен военник. Я пришел в военкомат, нахуй, и меня тут же завернули, блядь. Они нас привезли в Ростов. Типа там какое-то обучение должно было быть. Они сказали, что 3 месяца обучения. Угу. А по факту они дали нам, сколько было обучения, 5 дней, дали из холостых пострелять и пару рожков боевых. Все, больше ничего не было.